Всем привет, с вами канал А24, и сегодня такая интересная тема пойдет. Что делать, если Евротрак Симулятор 2 зависает, картинка застывает? Есть решение, помогу чем смогу, но если все это поможет, то это очень хорошо. Поэтому погнали! Итак, ситуация примерно такая же, как и с вылетами. Многие зависания напрямую связаны с самой игрой, а вернее с ошибкой разработчика при ее создании. Впрочем, нередко застывшая картинка может стать отправной точкой для расследования плачевного состояния видеокарты или процессора. Так что если картинка с грузом по Европе застывает, то воспользуйтесь программой для вывода статистики при загрузке комплектующих. Быть может, ваша видеокарта уже давно исчерпала свой рабочий ресурс, или процессор греется для опасных температур. Проверить загрузку температуры для видеокарты и процессора проще всего в программах MSI Actemburn. При желании можно даже выводить эти многие другие параметры поверх картинки с грузом по Европе. Какая же температура опасна? Процессоры видеокарты имеют разные рабочие температуры. Видеокарты они обычно составляют 60-80 градусов по Цельсию, у процессора немного ниже, 40-70 градусов. Если температура процессора выше того, следует проверить состояние термопасты. Возможно, она уже высохла и требует замены. Если греется видеокарта, то стоит воспользоваться драйвером или официальной утилитой от производителя. Нужно увеличить количество оборотов кулеров и проверить, снизится ли рабочая температура.